Да, всем привет, блять, прошу нахуй прощения за качество. Ну, вообще, за все. Бля, я сейчас смотрю на нынешнее время. На девчонок, на пацанов. Это прям, видимо, могут забанить прям на изи. Вот, это все прям, как говорит Хованский, там оценочное суждение. Ну, сейчас столько молодых девчонок общается с хачиками. Может, я хачик, типа, я не знаю. Может, я скоро буду с хачиком общаться. Хуй его знает. Бля, ну мне так это так смотреть и смешно, и больно. Ну, не больно, это, конечно, преувеличиваю, но вообще сам факт. Что в нас русских типа не нравится, я не понимаю, типа. Поэтому тусоваться с хачиками, конечно, это прям последнее, что можно, даже я считаю. Если вымрут российские мужики, лучше стать лесбиянкой, чем бодаться с хачиками. Ну, это лично мое мнение. Там кто что захочет, тот и думает. Всем пока.